Когда-нибудь, очень нескоро, в необозримо далеком будущем, увы, не являясь звеном связующим, мой потрясающий, неповторимый и удивительный мир внезапно исчезнет. Не пополам треснет, никто его не свистнет, как с тонкой ветки ветер срывает листья, моргнет и погаснет, шурша испаряясь в мыслях. Были такие глубокие, словно привет Набокову передавал Построкова, переступал пошагово через себя и шаг, и все думал, сплетал, записывал, ноты по стану швырял, как зря, пока однажды серьезно не встрял, застыл, завис, но не погас. Жар-птица была жива, и пламя ее светилось. Или мне так внушили. Так же, как мир, что когда-то был наш. Мы сказали, что наш. Мы так решили. Пришли, надели и жили. А он ведь на самом деле ничей. Даже представить страшно, сколько он водрузил на себя плечей. Сколько на дне океанов и в недрах земли из щитов и мечей. Сколько замочных скважин и сколько от них ключей. Был и исчез. Это как? А это уже не важно. Не сполз, не слез, не оставил пространство срез. Не слинял сквозь нору в межгалактический лес. Развернулся и молча ушел отважно. Нас не будет задолго до. Или си, то есть ля. А скорее всего 5 октавами ниже. Мы, к счастью, не сможем увидеть, как наша Земля растворится в космической жиже. Разве что после, в записи глаза Хаббл, те, что будут ничем не похожи на нас, в школьной программе мельком пройдут сей трабл. Лет эдак через Google. Безусловно, НАСА все снимет, оформит красиво и выставит в красный угол. Среди многочисленных до апокалиптических пугал.